тормозить тоже не научилась. Ты до сих пор не понял, что я девушка без тормозов, да? Еще как понял. И мне это очень-очень нравится. Прекращай ты дудеть, Влад! Ну, аккумулятор посадишь, шумный ты наш. Так вас же иначе земли-то не поднимешь. Влюбчивые вы мои. Вау, тебе жениться нужно. А то тебя жабка задавит. Угу. Да. Если бы наш начальник не зажлобился и платил бы мне хотя бы пару процентов с продаж, мне бы жениться бы не понадобилось. Опять 25, да? Да-да-да-да, подожди, наискосок надо, так не лезут. Я же тебе говорила, поехали на моей. Правильно говорила. Если бы мы поехали на машине твоего папы с его номерами, нас бы ни один гаишник не остановил. Так, все, поехали, потому что он садится. Иначе ты забудешься в темноте. Да. Ну тогда щельвупле. Прошу, за руль, давай-давай. Без проблем. Шуль, давай я. Давай, Гоша, потихоньку. Этого еще не хватало. Блин, ну чего там? Аккумулятор сдох, я тебе говорил. Так, ты крайнего, что ли, нашел? Так, давайте решайте что-нибудь, иначе я не сумру или получу воспаление легких. Дашунь, сядь в машину. Там тоже холодно. Ну тогда возьми мою куртку. Сладкая парочка. Нет, тогда заболеешь ты. Пожалуйста. Короче, вы когда-нибудь обязательно заболеете и умрете. Может быть, даже в один день. Все самому приходится делать, а? В такую погоду здесь вообще хрен кто проедет. Ну давай. Давай, Масечка, Лапулечка. Давай, кошечка, девочка. Я на месте уже согласилась. Да? Значит, будем сексом спасаться. Так, не хами. А что еще делать? Бросай все это. Как скажешь, твои дрова. Аварийку вызывать нужно. Ага. К утру кто-нибудь, может, и приедет. Кажется, в той стороне должен быть поселок Европейский. Все, пойдем туда. Да, пойдем. Mm-hmm. Да. Хрен кто нас туда впустит. В таком коттеджном поселке, знаешь, какая система пропусков? Охрана вооруженная до зубов, человек 20, собаки, шлагбаумы. Им проще нас пристрелить сразу, чем впустить. Нужно попробовать, иначе мы здесь все замерзнем. Пал, бери фонарики за нами. Вот, блин, придурочный, а? Сейчас будем лазить туда-сюда. Охраны нету. По-моему, здесь тоже никого. Да быть такого не может. Да кто же должен быть? Не факт. Знаешь, может, о, праздники все отгуляли и разлетели что куда? На острова, на Канары или на Мальдивы. Тебе лучше знать. Слушайте, здесь вообще в окнах где свет не горит. Смотрите, дым уйдет, видите? Значит, в этом доме кто-то есть. Пошли.
опаньки. Сюда. Тише ты. Хозяева спят, может. Наоборот, ты чего? Не сказать, что мы пришли, понимаешь, иначе подумаешь, что мы воры. Эй, хозяева! Мы не воры. У нас эта машина поломалась. Можно мы зайдем? Нет там никого. Ну, закройте дверь. У меня уже воспаление легких. Сигнализация не сработала. Может, и сработала. Сейчас не обязательно сирены напугают. Ну да. Скрытые камеры там, баллончики с усыпляющим газом. Да нет. Вон оттуда сейчас парочка ротвейлеров выскочит и порвет вам пасти. Не знаю, как ротвейлеры, но если вы не найдете чайник, я вам сама пасть порву. А что ты, Дарья, такая мерзлявая? Что, не русская, что ли? Я? Новая русская, за мной уход нужен. Ну, сейчас мы тебя уходим. Будет тебе чайник и свисток. Блин, ну где-то же должен быть выключатель, а? Что делаешь-то? Сейчас стража со всей округи сбегутся. Пойдем на кухню, я тебе посвечу. А мне что, так и стоять тут? В темноте? Можешь лечь. Только тихо, а то если сбегутся менты, они вашу лавсторию слушать не будут. Воды набери. Лечь. Хорошо сказать. Там что-то шуршит. Домовой. Тихо. Какой домовой? Да мышка, маленькая мышка. Что? Да я боюсь мышей. Чего? Так, дай сюда фонарик. Дай сюда. Тёр меня черт ехать на твои развалюхи. Лучше, почему развалюх? Добротный немец. Просто человеческие машины не рассчитаны на русские морозы. Вот и все. Ну да, ты третий. Гитлера Наполеона, то этого не знает. О, я говорил, нужно было ехать на джипе твоего папашки. И надежнее, и круче. Вал, вот только не трогай мой папу. Я уже взрослая девочка, мне пора иметь собственный джип, а не папин. Вот, вот вопрос к начальству. Почему ведущий сотрудник юридического отдела не имеет собственного джипа? Ты что, против? Я его тоже не имею, так что будем стремиться к лучшему. Что ли? Что? Человек. Какой человек? Живой. Где? Крестным часом. Слушайте, вы там уверены, что он не покойник, а? Это у него глаза открыты. Может, ему их закрыть не успели. Пойдемте сюда, я боюсь. А? Ты что, гонишь, что ли? Куда мы пойдем теперь? Машина ваша сдохла. Сугробы ночевать хотите? Товарищ, здравствуйте. Вы живой? Молчит. Молчит. Ни хрен с ним. Мертвые не кусаются. Все, блин. Ехали. А что теперь? И взлом ее убийства пришьют, что ли, а? Ты чё ты каркаешь? Дядь Вась, ты видел, кто шлагбаум поднял? Не обращай внимания, он поломанный.
Дядь Вась! Дядь Вась, смотри! Сигнал в 10-м доме. Ты, Колька, иди, ставь чайник, сигнал. Может, какой-то говнюк пришел, да и сигналку не вырубил. Сейчас мы ему по сусалам. Слушай, а может, это воры? Какие воры, Колька? Воры — это те, кого мы здесь охраняем. Понял? Вы ствол-то убедите? Мы не грабители. У нас машина заглохла. Вот там, недалеко. А мороз на улице, сдохнуть можно. У нас девочка околела. Правда, мы... Мы к вам стучались, и никого, и... Стучите, и обрящите, У меня вот, паспорт есть. Да, у меня, смотрите, тоже паспорт и ключи от машины. Да нам бы только чай выпить, согреться, и... Я вам за все заплачу, понимаете? Да. Такого от серого волка. Ну, что ты все усложняешь? Мы, кстати, замок ваш не ломали. Дверь как-то сама чисто открылась. Да. Ничего себе привидение. Сейчас взлетит и скроется в трубе, да? Главное, главное, молчит. Не мой, что ли? Видел волк, что с красной шапочкой пришли охотники. И онемел. Там другое слово. Вот мы сидим здесь, племяша, и рюмку водки закусываем капустой, колбасой и соей. Вот если заглянуть хоть в один дом, в холодильник, у них там и черная икра, и колбаса, и сыр французский. Это с плесенью сыр такой? О, точно. Плесень жрет плесень. Я сыр не люблю такой. Ну, может быть, ты икру черную не любишь? И устрицы тебе гадость. И мясо, которое они на обед жрут. Что нам на всю семью, даже много. Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой приходит, последний буржуй. Дядь Вась, ты что, реклама такая? Это наш пролетарский поэт. Тебе что, в школе не преподавали, что ли? Нет, нам Есенина преподавали. Ничего, скоро и Маяковского преподадут. Давай выпьем. Давай выпьем. А, я ж забыл. Ты же не пьешь. Ну, за нас, рабочий класс. Давай. Thank you.
Чем это он там грохочет? Кандалами. Сейчас напоит вас коньяком. И изнасилует. По очереди. Размечтался. Как ты нехорошо хозяине говоришь. Тем более, что он не мой. А может, он и не хозяин, и не немой, а? Хотя он в коньяке толк знает. Луи 13-й. Душка зелени. Я в интернете видел. Шутишь? Пей давай, пока он не передумал. Даш, а как на твой просвещенный вкус? А мне же вообще все равно. У меня ангина, кашель и воспаление легких. Давай, давай. Давай, давай, хряпни, красная шапочка. Все твои болячки уйдут. Ты даешь. Такой коньяк стаканами. Что ему сделается? Вон у него целый магазин стоит. Да. Не обеднеет. Медаль. Ну точно отморожено. Закуску принес, маску не снял. Слушай, он у себя дома. Захочет, будет голым ходить. Даш! А, давайте я вам помогу. А то ворвались к вам еще. Вас же эксплуатируем. Да. Не слабо для дачки-то. Маски видишь? Ну? Ручная работа. Большим художником сделана. В смысле? О, смотри. Клеймо, видишь? 911 год. Антиквариат. Шинкарёк. Ты что? Ух ты. Ты хочешь сказать, что все здесь? 905 год. Все, дружочек. Все. Дядь Вась, слушай, давай, может, пойдем посмотрим, почему сигнализация сработала? Ты чего? Выслужиться хочешь? Перед этим кодлом пузатым. Они тебе что, орден за это дадут? Или денег добавят? Они вон проезжают мимо сторожки и в ус не дуют, что здесь на них люди пашут. И день, и ночь, между прочим. Вот так иногда хочется открыть окно. И вот так. Дядь Вась. Настоящий у тебя, да? Я племянничек фуфла не держу. О. Да ты что, куда поставь? Неудобно вообще. Судить неудобно. Не обеднеет. Ты хату эту видишь? Ладно, маски ты, на картины посмотри. Это, между прочим, подлинники все. Вон, смотри. Ха. Да я ее знаю, это Айвазовский. Ну. Берег моря, ночь. Точно. Вот эта картина на Сотбисе на миллион баксов потянет. Это что? Да. Подожди, Сотбис это в Англии, у них фунты. Я тебе говорю, миллион евро. Даже надо одна картина и
миллион. Ага. Вот такие вот. Все на запад тащили, а мы жучили. Понял? Что все отбирали и возвращали государству, да? Ну, ладно тебе прям уж. Кто умный был, тот все мог провести. Большие бабки с них драли. Разумные. 10% от стоимости по каталогу. Хороший бизнес. Нелегкий бизнес. Я, знаешь, больше, чем эти искусствоведы, перечитал. Иногда, ну, такое фуфло люди проводят, да? Вот им откровенно подделку впаривают, они за нее еще взятку дают. По делам? Пускай не воруют. Справедливо. Все-таки, почему ты службу оставил, а? Таможня, это же круто. Мерзко стало. Как-то ночью проснулся, думаю, чего я свою страну-то продаю? Что дальше? Тормознул как-то яйца Фаберже. Меня не поняли. Спасибо, что живой. Значит так, ты за старшего остаешься, а я на станцию мотну в буфет. Так зачем? Мы же водки много взяли. Не твое дело. А можно я с тобой? Ты чего? Боишься, что ли, остаться? Эх ты, племянник и боится. Ой. Я смотрю, вы в напитках толк знаете. Большая коллекция у вас. О! Вот это щедрая русская душа! И хлеба горбушку, и ту пополам! Павел, что ты орешь? Он же не глухой. Ой, я не ору, что ты взяла? У меня тоже натура широкая, легко возбудимая. Я что-то не понял. Зачем мои ключи взяла? И это, пойду гляну. Давай. Иди, иди. Да. К такому коньячку-то сигару хорошую, икру черную, а у него пряники. А мне бы сейчас хлеб с маслом. Демократичная ты моя. Не твоя. Жарко? Дашу. Уже да. Колька!
Я диверсантку поймал. Вот так вот вы нас охраняете, сторожа? А что это у тебя шлагбаум вверх торчит? У нас не только шлагбаум вверх торчит. Да и кто в такую погоду здесь шастать будет? Давай, давай, давай! Дашу, хлопни со мной эксклюзивом. Да не буду это пить. Между прочим, он тебя этим не угощал. И шарить по чужому бару некрасиво. Да ладно тебе. У него вон сколько бутылок. Он даже не заметит. Ну ты ж лоб. Чего ты так со мной разговариваешь? Я, конечно, понимаю, что ты дочка богатого папы. Но русская баба так с мужиком не должна говорить. А я, Валерик, не русская баба, а русская девушка. Да? Ну и какая разница? Вы себя можете как хотите называть, но извольте мужика слушать, вовремя щи варить и вовремя рожать. Что-то они долго там. О, кого это черти принесли? Колька! Коль! Спецлага. А шлагбаум открыт. Так это же наш шлагбаум. Иди сюда. Да погоди. Да погоди. Здесь как-то неудобно. А там племянник. Неудобно на потолке, а мне домой скоро. Да подожди ты. Коль! 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 Что надо? Пойди обход сделай, возьми бама. Если чего заметишь, так давай сразу сюда. И крайние дома посмотри, у леса. Сейчас пойду. Давай выпьем. Бам! Иди сюда! Ой, блин. Ой! Ты где там? Бам! Тогда вот... Вот этого хлопни. Ну, этим же он нас угостил. О! На лучше ягоди, наверное. Ну, капельку. Ну, чуть-чуть. Слушайте, просто не знаю, как вас благодарить. Слушайте, нет, ну правда, ну сколько я вам должен, а? Аккумулятор не свой поставил, из сугроба вытащил, понимаешь? Я ему говорю, деньги возьмите, а? Ни в какую, понимаешь? Если бы я был графом, то я бы себе такого дворецкого завел, понимаешь? Думаешь, это... Гуманитарная поддержка тебе? Ну да. Ага. Ничего. Он на самом деле перед Дашкой хвост распушает. Знаешь, как он на нее смотрел? Все ты замечаешь. Может, ты сквозь маску видишь? Все, да не все. Не понял. Куда поставить? Еще раз вам огромное спасибо, очень выручили. На поводок. Идем, посмотрим. Что там?
происходит-то? Идем. Ты что там ищешь? Фоторамочки-то пустые. Еще одна. Позолоченная. Дровишки не настоящие. Так. Не лезь туда. Опачки. Сейф. Иди сюда, посмотри. Я же сказала, не лезь. Можешь себе представить, сколько здесь схоронить можно? А твое какое дело, а? А мне любопытно. Да, Вал, в свой дом я тебя точно не пущу. Ну, конечно. Знаешь, почему? Потому что я в два счета выясню, что это вы с папой на одной машине по очереди ездите. И куда он свои миллионы прячет, скромняга? А не много ли на себя берешь, а? Мой папа государственный человек, ему миллионы по статусу не положены. Да что ты? Ой, ты мне эти истории не рассказывай. Знаешь, я у любого государственного человека найду государственные миллионы. Бывают люди, у которых мозги покруче, чем у тебя. Так спрячешь, что не найдешь. Дашенька! Человек – существо примитивное, не под матрасом заныкает, знаешь, в морозилку спрячет или, не знаю, в сливной бачок. Ну, а если бачок не помещается? Ну, ваш, конечно, не помещается. Ваш надо в офшорных зонах искать. Найдут. Уходи от Гоши ко мне. Идиот. Весь мир рабочих и рабов, велит наш разум возмущенный, кто был ничем, тот станет всем. Это есть наш последний и решительный бой. Марка! Молодец! Колян по скоро вернется? Да, Колян у нас стахановец. Не скоро. А ты? Ты стахановец? Ну, может, план перевыполнишь? Слышь, Вал, тебе не кажется, что пора валить, а? Не нравится мне этот мужик. А мне нравится. Нормальный мужик. Другой бы давно уже ментов вызвал. Так в том-то и дело. Это было бы понятно. Валились в его дом, а он нас коньяком угощает. Странно как-то. Не только коньяком. Во, ликер выставил. Хочешь, попробуй? Слушай, это ореховка. У меня бабушка такую делала на перемычках грецкого ореха. Гоша, а тебе немного будет, а? Ты как ехать собираешься? Уважаемый! Капельки, ну чё. Может быть, вы с нами как-то хлопните по рюмашке, а то, ну, не по-людски получается. Вы нас простите, мы не представились. Меня Даша зовут, это Игорь, проще Гоша. А это наш Че Гевара, борец за справедливость, по паспорту Валера. Слушайте, спасибо, что приютили путешественников. Не знаю, как вас зовут, правда. Вот будем знакомы. Я не понял. Вы что, нами брезгуете, что ли, а? Чего тихо? И вообще, какого хрена все время в этой маске ходят?
Может, нам тоже маски тогда надень? Да, первая реакция стада. Если ты не такой, как все, то мы тебя затопчем. Если ты не такой, как все, то ты чужой! О, начинается свой чужой. Так, ребят, все, давайте, поехали отсюда. Поехали. Стоять! Никто никуда не едет, мы остаемся здесь и будем пить. И вообще, никуда не поедем, пока вот это все не выпьем. Слушай, ты можешь успокоиться, у него ружье, между прочим, понимаешь? Угу. Вот именно. С ружьем каждый герой. Без ружья слабо. Слушай, помолчать. Не могу. Ой, дядя, вот только не надо меня пугать. А то я заводной. Спокойнее, Вал. Тихо. Ну ладно. Ну давай, волчара. Нормально все. Отсчет давай. 1, 2, 3. Алло! А что тут ты команды начинаешь? Ты дождись вообще? Счет это? Давай помедленнее. Готовы? Готовы. 1, 2, 3. Блин, а что ты рукой держишься? Так нечестно! Вот! А ну давай. 1, 2, 3. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Стоп! Погоди, погоди! А что это было сейчас? Что ты поддаешься мне? Давай еще раз! Эй, волчара! А иди-ка сюда, а? А скажи-ка мне, пожалуйста, вот на какие бабки ты все это построил, а? Ты что, меня за лоха, что ли, держишь? Я таможня! Ты что думаешь, я не знаю, сколько камешков и франклинов ты здесь запаковал, да? Вы его простите, он напился и не знает, что несет. Ага. А ты его еще засос давай, поцелуй. Что? Валера, да возьми ты себя в руки. Ну, Валера! Человек или кто? Послушай, ты дурак, ты не понимаешь. Ты если ей роги сейчас не обломаешь, она тебя всю жизнь бодать будет. Это беспредел уже. Беспредел? Да? Ты хорошо устроился, нашел себе коровку дойную. И попиваешь сладко молочко из посудки золотой. А я вот этими руками все понял, с мозолями, сам! Я, между прочим, тоже на свои заработанные живу. Да? Тебе из них немало перепадает, скотина ты! Ага. Гош, да с кем ты говоришь? У него же типичный синдром жлоба. Чего? Какой у меня синдром? А это когда жаба дают от того, что сосед дом построил. Наворованный он построил! Да тебе дай волю, да вон, наворуешься, да? Да, дай мне волю, дай. Знаешь, что я сделаю? Я возьму автомат и вас всех к стенке поставлю. Всю страну уже вывезли, кровососы! Да ты же сам их выпускал! Да, выпускал! А теперь мне сердце щемит, понял? А ты квартиру продай, деньги сиротам раздай. Совесть сразу и отпустит. Да? А ты в моей квартире жить будешь, да? Дрянь! Рот закрой! Рот закрой свой! Да! Понял? Что, еще тебе врезать, да? Я его убила. Васенька, Вась, просыпайся. Вася, вставай. Ты, Машка, ты чего это? Вставай. Ты мне слово другое знаешь какое-нибудь? Вася, на электричку опаздываю. Ой, вечно ты спешишь куда-то. Нет бы полежала, погрела.
Кофе сварила утром. Поженись на мне, что ли? Дорогое удовольствие. Я уже раз женился, так без квартиры остался. Он теперь здесь живу с Баяном. Дядь Вась! Дядь Вась! Да. Слушай, там в 10-м доме свет горит. Вечером не было. Ну, как горит, так Коля и погаснет. Ты давай Машку отвези на электричку. Машку? Хорошо. А что хорошо? Поехали. Поехали. Давай, давай, давай. Что, не поцелуешь на прощание? Да иди ты уже, давай. Жених. Я тебе, корова, я тебе, придешь ко мне еще второй раз. Извините, устроили вам тут карнавал просто, да? Это, конечно, ни в какие ворота уж не лезет. Я сейчас этого быка свяжу. Я сейчас машину отнесу. Пускай клемает за ним. Мы сейчас... Не спросите, мы сейчас все уберем и сразу уйдем. Все. На короткий поводок его. Правильно, сэр. Сейчас, сейчас, мы быстренько. Сейчас. Сейчас, сейчас. За люди-то, а? Как нам научиться жить по-человечески, а не по-скотски? Ну, спросите, пожалуйста, мне очень стыдно. Мы не все такие. Вы не волнуйтесь, мы с вами за все рассчитаемся. Вот, за коньяк и... За все. Нет проблем, нет проблем. Все будет. Нет, 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 мне уже рулить мне. Все-таки, как вас зовут, а? Скажите, а... А вы зачем вы носите эту маску, а? Вы ведь сами провоцируете свою судьбу, ведь маска может прирасти. Да что, ну куда тебя понесло? Ну, тихо, тихо, сюда. Вы не боитесь судьбы? Как это по рулю в таком состоянии? Кош. Thank you.
погода такая. То снег, то не снег. Зима такая, тетя Маша. Ой, зима давай, такая. Поехали мы. Ты зачем меня сюда привез? Там раньше свет был, а сейчас нету. Коль, ты что, головой ударился? Я на электричку опаздываю. Давай вези меня на станцию. Поехали. Поехали. Красивые места. Mm-hmm. Здесь бы построить домик и осенью по грибы ходить. Yeah. Грибы любишь собирать, капитан? Грибы? Не приходилось. Я в лесу все больше противопехотные мины собирал. Да, нам сказали. Ты же у нас спецназ, элита армии. А как же тебя к нам-то в полицию занесло? Гены, наверное. У меня дед служил. Отец служил. Да я за 15 лет к службе привык. Да ты не смущайся, я сам в милицию, ну, тогда в милицию, после Афгана пришел, вроде обстрелянный, а куда еще? В милицию. Ну? Мы с ребятами тогда в Афгане смеялись, мы вроде
внутренние войска, ВВМ, ВД СССР. А бегаем по афганским горам, кстати, вслед за вашим спецназом. Да, есть что вспомнить. Ну, вот сейчас на пенсию выйду, мемуары буду писать. А ну-ка, останови, капитан. Ты, капитан, ты вот запоминай. Это тебе не спецоперация. Тут никто, слышишь меня, никто в тебя из-за кустов стрелять не будет. Вот. Первое – это следы и свидетели. Надо запоминать мелочи. Вот смотри, палки есть, а лыжника нету. Судя по всему, застряла машина. Ну? Палки поломаны, значит, их подкладывали под колесо. По следам из машины вышло трое. Двое мужчин и одна женщина. Или ребенок, предположительно. Направились в сторону поселка. А потом вернулись двое мужчин назад, забрали машину и уехали. Ха. Если скажешь мне марку машины и год выпуска, представим к ордену. Нет, этого я не могу. Почему? Не умею. Научите? Так и я не умею. Поэтому и хожу как дурак без ордена. Ну что, пойдем по следам? Не надо грохота. Ты давай езжай к дому, а я тут вот напрямки. Понял. Ну, наконец-то. Вы, я так понимаю, потерпевшие. Потерпевшие – это вы. А я хозяйка, Юлия Кулакова. 40 минут вас жду. Где вы раньше были? А ну-ка, цыть. Где вы раньше были? Здравствуйте. Ладно, вы не нервничайте. Давайте зайдем в дом, погреемся. Вы сначала воров из моего дома уберите, а потом сядете в свой уазик и погреетесь. Бам, ко мне! Ко мне! Бам! Бам! Товарищ капитан, вот все, что изъяли. Спасибо. Сигнал поступил в 2:11. На пульт. Но дежурный проспал, уже получил выговор. Мы кинулись, вот, в 6:00. Сюда. А здесь все чужие. И уже все в отрубях. Точнее сказать, в отрубе. В отрубе. Вот. И ружьишко. Вот их здесь. Ружьишко было. О, капитан, записывай. У дверного проема в гостиной ружье, заряженное, что является нарушением правил хранения огнестрельного оружия. Конфискуем? А, легко. Хорошее ружьишко. Живой. И это тоже не покойник. Ну, на алкаше они не похожи. Ты, капитан, садись, пиши. Чего тут медицина? Что у них за компот? Это не наркотики. Комбинация алкоголя и какого-то снотворного. Как вы умеете красиво говорить, комбинация алкоголя и какого-то снотворного. Вы кто? Инопланетяне. Прилетели за твоим мозгом. Документы есть? У меня есть. Вот ее паспорт. А я где, а? Где-где? Ты зарифмуй и получишь точные координаты. Смотри за рукой. Налево, направо. Развяжите вы его, ребят. Не развяжете, я пробовал. Индеец какой-то узел завязал, так что лучше ножом. Ножом, чекни, да и все. Водички дайте, а? А может, сразу пивка? Ты какое предпочитаешь, темное или светлое? Нельзя.
за рулем я. Да что ты? Я. Куда? Пошел вперед. Аккуратно. Здрасте. Здрасте. Говорить можешь? Че говорить-то? Не надо грохота. Ну, я закончил. На морозец их. Быстро оклемаются. Спасибо медицине. Мы уехали. Давайте. Ты же сказал, что будешь ждать меня в доме. Я? Я приехала утром, а тут полный бардак. Ну, это же твое нормальное состояние. Твои шуточки не к месту. Ты хочешь сказать, что ты проехала сквозь пургу и вьюгу? И твое чмо тебя отпустило? В нашем доме скорая, воры и милиция. Мой дом. Мой, поняла? Твоя квартира в городе. Рассказывайте, чего не поделили? А где хромой? Ты сначала на мои вопросы ответь. Нифига себе, тут все почистили! Сидеть! Мать моя, женщина! Говори четко, что почистили, кто почистил? О! Тут Айвазовский был за миллион баксов! Да ты что? И где он теперь? А я откуда знаю? Ну это подлинник был! И... Сидеть! И сейф! Сейф бомбанули! Офигеть! Вот в сейфе было что брать. Ну и куда вы все это дели? Мы? А кто же? Да вы что, с ума сошли, что ли? Тихо, тихо. Все, кажется, приехали. Я бы даже сказал, приплыли. Давайте, ребят, говорите, куда украденное спрятали? Чего? Погоди, командир, сейчас. Вы что так шутите-то? Я свой. Вот, я 5 лет на таможне отпахал. Да. А хозяин где? Какой хозяин? Ну, тот немой, хромой. Да, видать, сильно тебя по затылку врезали, хромой немой. Да он правда был. Кто? Волк. Серый волк. Ну да. Интересно, а ты зайчишка? Послушайте, мы ехали домой, у нас машина заглохла. Мы замерзли, а сюда зашли погреться. Ну и так согрелись, чтоб в сейф полезли. А тут сработала сигнализация. Рано или поздно же должна была сработать, а? Машина сама под порог приехала. Тихо, не все говорим вслух, что видим. Так, лейтенант, зовите хозяйку. Есть. Да ну, это мужик хромой, он аккумулятор мне поменял и сугроба вытащил. Правда же, ну? Вас там ждут. Подождут. Ты с таможни. Давай рассказывай, хромой немой, как он выглядит? Подробно. Хромой немой. Я подробно не видел. Ты определись, ты то видел, то не видел. Так ты видел или не видел, а? Похоже, Андрея здесь и не было. Я думаю, это он все это подстроил. Я тебе говорил, не смотри телек, мозгами двинешься. Слушайте, вы, пожалуйста, на нас не кричите. Протрезвел? Гош, не нарывайся. Блин, ну уже рассказывай. Вот девочка умная, правильно говорит, ты слушай ее. Удобно вам, друзья, на моем диване? Чай, кофе? Мне кофе с молоком. А можно так, пожалуйста. Заткнулись все, и ты молчи, а ты тем более. Давайте успокоимся. Мы работаем. Вы, пожалуйста, осмотритесь тут. Что у вас пропало? Мы же должны составить полный список. Теперь ты. Слушайте, здесь был еще один товарищ, понимаете, в маске волка. Ну здесь много масок, и этот товарищ, он был в одной из них. То есть это ваш товарищ? Нет. Не наш товарищ. Здешний он. Мы когда сюда вошли, он вот в том кресле сидел. Да. Да что за бред?
Здесь никого не могло быть. Вчера вечером мы должны были встретиться здесь с моим мужем, Андреем Кулаковым, но я не приехала, потому что началась пурга. Да вы не слушайте этот бред. Сейчас они что угодно наплетут. А что здесь происходит? Капитан, одну минуточку. А вы по какому вопросу? Да это, собственно, мой муж. Пока еще. Полюбуйся, Андрей, что здесь происходит. Любуюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. А, слушайте, давайте по порядку. Да такое, что теперь порядок. А что, для тебя это сюрприз? Неприятный сюрприз. Где маскоболка? Украли. Украли? Это была коллекция карнавальных масок 19-го столетия. Моя любимая коллекция. Наша любимая коллекция. Я ж тебе говорил. Слушайте, а что у вас еще украли? Самый дорогой коньяк. И лекарственную настойку заодно. Уроды! Настоечку сами готовите? Нет. Это мне скорее привезли. Нам привезли. Нам привезли! Нервы успокаивает. 50 грамм и спишь спокойно. А если 150? Если 150, молодой человек, вы бы еще не проснулись. А я 200 выпил. И вот не сплю. Я говорю о дозе для людей, а не для свиней. Подожди. Слушай, здесь же была копия картины Айвазовского. Копия? Копия. Майор, какая копия? Это подлинник был. Берег моря, ночь. Сел на место знаток хренов. Айвазовского картину просто купили, да? Вы шутите, да? Откуда у нас такие деньги? Это была замечательная старая копия. Но безумно дорогая для меня, как память. Да хватит врать! У меня есть письмо, подтверждение из Пушкинского музея, что это подлинник! Юлия. Простите, скажите. Давай обсудим твою переписку наедине. Поздно. Вчера нужно было приходить. Ну ты же не приехал! Знаешь что? Скажите, пожалуйста, а во сколько эксперты Пушкинского оценили картину копию? От миллиона и выше. Капитан, пиши. От миллиона и выше рублей. Долларов. Послушайте, ну сейчас какое имеет значение цена картины? Я вам говорю, она бесценна для меня. Ее украли. Ее надо найти. Ну, мы ищем. Ищем. Ну вот, пожалуйста, еще и сейф. Обобрали. Так. Еще раз станешь, я тебя на пол положу. Так, спокойно. Что у вас было в сейфе? Там была некоторая сумма денег. Там было больше 100 000 наличными. Вы позволите, я скажу несколько слов жене наедине? Пожалуйста, пожалуйста. Я тебя предупреждаю. Пиши, капитан, некоторая сумма денег, более 100 000 долларов. Чего ты взяла, что там было 100 000 долларов? А сколько? Ты не ответила на мой вопрос? Если я говорю, я знаю. Ты лазила в мой сейф. В наш сейф. Я не дам тебе развода, пока не получу свое. А можно без семейных склок на публике? И постарайся поменьше открывать свой рот. Ну вы же видите, он хромает. Сиди тихо. Андрей Андреевич, Юлия, извините, насколько я понимаю, у вас идет бракоразводный процесс, правильно? Правильно понимаете. Только это наше личное дело. Личное, личное. И вот по этому личному делу вы вчера вечером собирались здесь встретиться, правильно? Правильно. Сколько можно тянуть? Столько денег на адвокатов выкинули. Дотянули. Что теперь делить будем? Послушайте, а чего вы нас спрашиваете, а? Ну, мы всех спрашиваем. Действительно. Что вы этих сволочей не трясете? Вот же они перед вами сидят, воры. Что-то на меня уставилось, наркоманка. А ты проститутка? Она меня оскорбляет? Сучка злая. Ты че, милая? Тихо. Ну, успокойтесь. Господа, пожалуйста. Дайте воды, а? Чего нас поили вообще? Ну, тут дело не в названии, а в количестве выпитого. Правда,
от этого клопомора вашего сушняк такой. Послушайте, я вот не понимаю. Ну ладно, обобрали. Но свинячить-то зачем? Так вы же сами все стряхнули, когда силы рук мерились. Я? Да. Силой рук? У вас галлюцинации, девушка, а? Может быть. Но вот только вы очень похожи. Я так и вижу. Ночь, вы в кресле. И с ружьем. В маске волка? И ждете точно. Кого-то. И хромаете. Похож? Действительно. А что это ты расхромал? Да что за бред вы все несете-то, а? Позовете нас, когда все выясните. Пойдем на улицу, подышим. Да не хочу, я пойдем, дышать. Пойдем, пойдем, поговорим. Да надоел ты мне. Задержи. Нет, нет, пока не надо. Он же правда хромает. Не форсируй. Так, ребята, все ведь ясно. Вы залезли ночью в чужой дом. Не хочешь по-хорошему, я подам в суд. Ты вообще понимаешь, что ты несешь? М? Ты что, хочешь, чтобы они спросили нас, откуда у нас деньги на все это? Я же оставляю тебе машину, квартиру в центре города, денег даю. Что тебе еще надо? Ты мне объедки не бросай. Не-не-не, майор, давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Вот лично я в этот дом зашел, я не отрицаю. Но потом меня ударили по голове, связали, и я лежал без сознания. Так что кто, чего, куда, без меня. Так, садись за стол, пиши. Пусти-ка его, лейтенант. Давай, что писать знаешь. Кто, значит, идею подал, ага. Кто командовал и что не поделили. Пиши, пиши. Мне нужна ровно половина от всего. И от Айвазовского тоже. Ну нет Айвазовского у меня. Где он? Украли его, ты же видишь. Не ты ли шустренький мой его и украл? Ты за кого меня держишь? Боже мой, да мы обиделись. Ваше Величество. Значит, как опустить 300 дольщиков на 500 000 000 рублей, так это мы можем. А как украсть мою долю, так мы графа включаем. Ничего, найдем. И разделим все, как положено. Закрой свой поганый рот, или тебя его закроют навеки. Андрюша, ты не топай ножкой на тетю. Я поименно могу всех назвать, кого ты кинул с фальшивыми векселями. И заруби на своем длинном носу. За меня есть кому заступиться. Святые угодники за тебя заступятся. Жаль, я маму не послушала. Надо было тебя грохнуть сразу после свадьбы. Ты что там пишешь, Вал, а? Надеюсь, ничего не выдумываешь? Да ничего не выдумываю, правду пишу. О том, как твоя хозяйка меня по голове сковородой ударила, я сознание потерял, ну а дальше что вы там делали? Вот полиция установила. Урод ты, Вал. Да пошел ты, Альфонс. Скотина! Помогите! Сволочи! Наручники его! Тихо, придурок! Может, не надо! Отпустите его, что вы делаете? Вы же апокалипсисе! Вот, вот видите, что творит? Сумасшедший. Да сними себе наручники, ему же больно. Ладно, мужики, снимите. Больно. Угу. Но успокаивает, правда? Пожалуйста, снимите, я вам сейчас все скажу. Ну, давайте послушаем последнее признание воровки. Сними с него наручники. Пришли в этот дом, да. И здесь мы встретили хозяина в маске волка. В этом теперь я точно уверена. Он сидел в этом кресле и ждал, пока войдет его жена. Да он даже хромает, как вчера. Мне записать эту версию? Ехали медведи на велосипеде. Не надо, ты что? Он хотел убить свою жену, неужели вы не понимаете? Так, ребята, все ясно. Пора в тюрьму. Да в какую тюрьму? Мы же ни в чем не виноваты. Это мы не виноваты, что должны вот таких воришек, как вы, задерживать и сажать. А доказывать, виноваты, не виноваты, в суде будете. Так, дайте мне телефон, я хочу позвонить. Ну, между прочим, имеет право, у него личный адвокат. Товарищ майор. Дай ей телефон на один звонок. Ты там недолго. Пап, привет. Говори быстрее, я занят. Что случилось-то? Пап, у меня проблемы. Где, на дороге? Да нет, не на дороге.
Дело в том, что мы зашли в дом погреться, и меня сейчас хотят посадить в тюрьму. Даша, ты шутишь. Пап, да какие шутки? Тут спецназ, полиция. Дай трубку старшему. Это вас. Ой, как папу зовут? Гусин Геннадий Сергеевич. Тот самый Гусин? Именно. Так, как у тебя телефон на запись ставится? Ребята, вышли все отсюда. Быстро. Все свободны. И вы свободны. Ну и поговори с Геннадием Сергеевичем. Что ему скажу? И извинись, там, и, так сказать, не надо грохота. Так что, на базу? Нет, будем ждать в машине. Оперуполномоченный капитан Серегин слушает. Капитан Серегин докладывает, а слушает Геннадий Сергеевич Гусин. Я докладываю только вышестоящему начальству. Тихо, 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 капитан. Здравия желаю, Геннадий Сергеевич. Докладывает майор Репин. Да тут небольшое недоразумение вышло. С вашей дочерью. Вашу дочурку перепутали. Кто попутал? Нет, не попутали, Геннадий Сергеевич. Перепутали. Ну, непонятная история. То ли она в плохую компанию попала, то ли плохой компании очень не повезло. Вот и разбирайтесь с компанией. А дочери скажите, чтобы через час была дома. Слушаюсь, Геннадий Сергеевич, вы не волнуйтесь. И что у тебя там за Серегин? Ну, так пополнение из армии. Да он вообще первый день. Сам с ним разберешься. Слушаюсь. Да, спокойной ночи, Геннадий Сергеевич. Ну да, то есть доброе утро. Спокойной ночи. Спасибо. Что ж вы, Дарья Геннадьевна, родителей не жалеете, а? Капитан, доставишь ребенка домой? Понял. Всех домой, срочно. Извините, да. Молчи. Извините, Дарья Геннадьевна, всех нельзя. Нам нужен задержанный, хотя бы один. Вот этот вам кто? Это мой жених и начальник отдела сбыта моей фирмы. Все, все, не нервничайте. Жених, мы разбираемся. Это, значит, уже надежное алиби. А вот этому-то за что по голове врезали? Заслужил. Вот. Вот и правильно, вот. Он знал, что Айвазовский подлинник, знал, где сейф. Да, предложил вам все это своровать. Вы, как честные граждане с женихом, попытались предотвратить ограбление. Вот, оказали на него физическое воздействие сковородой. Вам вообще не стыдно, товарищ майор? Ну, кто бы меня стыдил, но только не таможенник. А я больше не таможенник. А, кстати, хорошо, что напомнил. Ты со службы ушел, а корочку всем тычешь. Значит, это, как это, подделка документа преследуется по закону. Так, все, давайте всех отпустим. Да, всех нельзя. Я вам заплачу. Вот наш расчетный счет. С благодарностью примем любую спонсорскую помощь. А наличными нельзя, нет? Можно, но это тюрьма. В общем, ребята, картину и деньги нужно вернуть. Вот я лично все понимаю. Ну, были выпившие. Ну, значит, взяли там чужое, не знали, что это чужое, куда-то спрятали. В общем, сколько вам нужно времени, чтобы все это найти? Да это Хромой все забрал и увез. Ну что? Слушай, допустим, я тебе верю. Но где следы, где улики? Где? Так пурга была, следы замело. Ну не могли мы это взять. Да дело не в следах. Принципиально. Принципиально это мог взять любой из вас, кроме дочери товарища Гусина. Потому что сейф сам принципиально не мог открыться и сам принципиально не мог выплюнуть деньги в окно или еще куда-нибудь. И картина Айвазовского пешком не ходит. Так, все, ладно. Все, теперь я все скажу. Да, что ты скажешь? Ты ее не перебивай давай. Не тебя на кичу пакуют. Ты смотри, на кичу пакуют. Это тебя что, так на таможне научили разговаривать? Ну ничего, в тюрьме тебе это пригодится. Говори, Дашенька. А можно мне с хозяином поговорить? Ну, не положено. Знаешь такое слово? 5 минут. Вам же нужно украденное найти. Только ради твоего отца. Смотри, там дров не наломай, юрист. А? Капитан.
Интересная ведь история, да? Хромой немой, таможенник и дочка вице-губернатора. Эка тебе пофартило-то в первый день. Я все знаю. Это обнадеживает. Но если вы скажете, где вещи, то ваша жена никогда не узнает, что вы хотели ее прикончить. Вы на каких наркотиках сидите? Вот я только не уверена, вы ее или она вас хотела убить. Но в кресле сидел человек в маске волка. В маске? Человек? Вы были в кресле в маске волка. Послушайте, милое создание, но если это все так, как вы говорите, то почему же я не прикончил всю вашу банду, когда вы залезли в мой дом? Зачем нас убивать, когда можно инсценировать ограбление? Пропала картина ценой в миллион. И делить с женой уже нечем. Вам лечиться надо, срочно. Напоили нас всякой гадостью. И теперь думаете, что нас посадят в тюрьму. А вы спокойненько разведетесь и все денежки положите в свой карман. Но вас выдала нога. Вы хромаете? Да я 3 дня назад повредил ногу на лыжном курорте. Здесь недалеко. Конечно, да. Вот только спуск еще закрыт. А мы катались там только потому, что мой папа туда звонил. Нам не о чем больше говорить. И это все из-за какого-то вонючего миллиона? Миллион? Не для всех вонюч, детка. Не прибедняйтесь. Вы нас такими дорогими коньяками поили. Даже с барского плеча поставили свой аккумулятор на нашу машину. Какой аккумулятор? Свой. А нашу кухню оставили. Слушайте. Что? Что вы шляетесь здесь? Что? Дурака валяете? Сволочи вы! Все сволочи! Слушайте, вы гражданка, вы нервы поберегите. Или хотите, я вас сейчас за оскорбление сотрудника полиции при исполнении отправлю в камеру. Там быстро остывают. Ладно. Я сама все найду. Тихо. Где деньги? Где? Я знаю, вы где-то спрятались здесь. А ну-ка подвинься. Ну что? Будете дальше брать? Вы же сами сняли его с машины. Да-да-да-да-да. Это мое любимое занятие – ставить аккумуляторы на чужие машины, особенно в мороз. И вы говорите, я был в маске. И о чем мы с вами беседовали целый вечер? Не прикидывайтесь. Вы специально молчали, чтобы никто никогда не узнал ваш голос. Не мой, и все тут. Не мой. Не мой. Верните вещи, а? Я же знаю, в азовский подлинник. А хотите, мой папа купит у вас картину, когда вы разведетесь? А кто ваш папа? Гусин. Да, дачи вам грабить не с руки. Человек с ружьем. Именно. В кресле. И лица вы не видели? Не видела. Майор, можете отпустить эту девушку? Я, кажется, знаю, где вещи. Какая прелесть. Прошу прощения за беспокойство. Прощаю, но у нас официальный вызов. По факту, так сказать, мы обязаны расследовать. Готов оплатить издержки. Тихо, не торопитесь. Вот наш расчетный счет. Вот тут внизу. С благодарностью примем любую спонсорскую помощь. Тогда подпишите протокол. Нельзя ли без протокола? Нет, гражданин Кулаков, никак нельзя. Вы настаиваете на том, что мы вам больше не нужны? Пока не нужны. Фиксируй, настаивает. Я буду держать вас в курсе. Ну, это уже не обязательно.
Подождите, я ничего не понимаю. Я тебе сейчас все объясню, Юля. Но главного хулигана мы все-таки арестуем, чтобы не портил нам картину раскрываемости. Начальник, ну за что, а? Сядь на место. Подождите, а деньги, картина? Давай останемся наедине. Надоело мне с тобой оставаться наедине. Я все поняла. Ты нанял всех этих идиотов, чтобы меня убить? Я нанял? Позвольте. Это ты наняла убийцу. Он ждал меня здесь. Слава богу, что эти кретины спугнули его. Майор, арестуйте эту женщину. Она пыталась организовать мое убийство, украла мои вещи и деньги. Ты идиот? Это ты хотел меня убрать, чтобы я никому не сказала про твои квартирные аферы. Что? Закрой рот, тварь! Брось оружие, стреляю! Так, капитан, отставить! Отставить, капитан! Отставить? Андрей Андреевич, погорячились и будет. М? Отдайте ружишко-то. Там нет патронов. Задержать? Да, куда он денется? Слушайте, капитан, арестуйте его немедленно. Если я буду всех арестовывать за развод, работать некому будет. Я напишу на вас жалобу, вы с ним заодно. Правильно? Ясно. Он вас купил на корню. Я найду на вас управу. Ну что, хулиганы, давайте, валите отсюда. Все? Нет, таможня пока задерживается здесь. Послушайте, я как юрист хочу, чтобы... Послушай, ты как юрист, конечно, можешь здесь остаться и надолго, но папа будет очень сердиться, и не только на меня. Ты сам доедешь? Доберемся, не волнуйтесь. Так он же пил. Ну и что? Он пальцем на стекле напишет. Гусенок взять Гусина, его никто не тронет. Я пока что напишу приказ о твоем увольнении. Идем, идем. Знаешь, а в тебе живет редкий гибрид. Жабы и белочки. Идем. Идем. Иди посмотри, чтобы уехали. Альфонс. Что ты сказал? Господи, опять этот снег. Ты хочешь, я сяду за руль? Нет, лучше не надо. Да. Значит, меня крайним сделали. Угу. Ты таможня сейчас поедешь с капитаном в управу? Ну, ты же службу знаешь, понимаешь? Ну, как я могу никого не задержать? Ну, да. Правильно люди говорят. Вас как не переименовывай. Хоть полиция, хоть жандармерия, все равно мусора. Ты язык-то придержи, пока не разозлился. Девочка вот хорошая, добрая, юрист. Сейчас приедет, позвонит папе. Папа позвонит нам, мы тебя и отпустим. Так что жди на улице и без фокусов. Пошел. Давай, капитан, вези его в управу, ну, там оформи все, как положено. Я здесь покараулю. Так, может, лучше вдвоем? Два глаза хорошо, четыре лучше? Ну, два глаза хорошо, четыре много. Зачем? Ты отвезешь его в управу, оформишь там все, как положено. Я тебе, если что, позвоню. Извините, товарищ майор, а... Мои действия не будут истолкованы как несоответствие занимаемой должности. Нет оснований для задержания. Слушай, ты просто выполняй приказ, капитан. А закон? А закон? Закон — это волеизъявление правящего класса, к которому мы с тобой не имеем никакого отношения.
Так что не надо грохота. Вам! А ну иди сюда! А ну давай домой! Капитан, я шапку забыл. Давай, одна нога здесь, другая там. Все, ребят, спасибо, свободны. Все, поехали на базу. Садись в машину. Да вперед садись, таможня. Пришел сюда, а? Опять тут? А, тут уже никого нет. Тут никого нет.
Стоять на месте. Руки поднял, лапки кверху, серый волк. А теперь поворачивайся медленно. Вот. А теперь масочку-то снимай. Лейтенант, ты? Дядь Вась, вставай. Обход. Дядь Вась, встаешь? Обход. О, ты, Коль, давай сам обходи. Я устал. Не спал всю ночь. Хорошо. Дядь Вась, дай пистолет свой. Ты, Бама, бери и идите в обход. Второй раз никто сюда не сунется. Ой. Хорошо. Чего, не узнаешь старшину Репина? Серега Репин, Репа. Слушай, не поверишь, я сегодня тебя вспоминал. Я думал, наш лейтенант уже в генералах ходит. Да ладно. Всего старлеем списали на пенсию. Несправедливо. Слушай, чего стоим-то? Давай сядем, старлей. Ты садись. Ну, ты устроил нам встречу. Садись. Чё-то не звонит никто по твоему поводу. А если вообще никто не позвонит, козлом отпущения меня сделаете? Тут делать нечего. Ну, без приказа, сам понимаешь. Поэтому давай лучше подождем звонка. Капитан, хочешь, я тебе секрет раскрою? Попробуй. Айвазовский в доме. В смысле? Полотно не вырезали и рамку не выбросили. Так картины не воруют. Пап, да все в порядке. Мы просто зашли поужинать. Да, мы скоро будем. Да точно, точно. Да, хорошо. Приятного. Спасибо. Вал, конечно, придурок, но, как представлю его на нарах... Я могу сделать адвокатский запрос. А может, проще папе сразу сказать? Кому проще, Гош? Папа и так хватает доброжелателей. Пойдет слух, что Даша Гусина хотела украсть картину Айвазовского. Соблазнительно. Украл картину и миллион в бизнес инвестировал. Не в твоем характере дома грабить. Жизнь заставит, и мы тоже по мажорам пройдемся. Что? Это значит, ты как вал хочешь мне и папу поставить к стенке, да? Не я. Пролетариат, как 100 лет назад. Угу. Ну, я-то буду вас защищать до последнего вздоха. До последнего вздоха прям. Гоша, давай вернемся в этот дом. Чего? Вал давно уже в КПЗ сидит. Мне интересно узнать, что у меня там происходит и кто там кого хотел убить.
Даш, я тебя очень прошу, прекращай строить из себя Шерлока Холмса, хорошо? Тебя мало неприятностей. Говорил до последнего вздох. На, повезло мне с невестой. Юристка-авантюристка. А ты зануда. Смотри, какую штуку Вася дал. Смотри. Па-пуф, тыш! Па! Горло ты так после ранения не залечил? Чего так? Столько времени прошло. Прям вся жизнь. Иногда вспоминаю, как кино. Ты когда меня... Ну, когда нашу колонну расстреляли, ты меня из горящей машины раненого вытащил. Слушай, давай выпьем, а? Чё мы? Вот ты встречу нам устроил, а? Я же тебе даже спасибо не сказал. Ну, должник я твой. Задерживается, товарищ майор. Да, и трубку не берет. Ну, что с тобой делать? Домой или в камеру? Вот сразу видно, капитан, ты в полиции новенький. То почему же? Да знает все твой майор. Он поэтому в доме остался. Вот дождется сейчас этого хромого Андрея Андреевича и на бабки его разведет. Ну и как же он его разведет? А вот так. Айвазовский на $1 млн потянет. Это ж тебе не хрен собачий. На какие такие доходы купил? Декларация есть? Декларации нет. Давай половину. Молодец твой майор. Не каждый день такой кусок урвать можно. Ты язык придержи. Я придержу. А вот тебя от этого куска, капитан, уже отрезали. Потому что такой, как ты, для него подарок. А я для тебя подарок. Я таможня, я ж как рентген. Ну, поверь мне. Тебе? А чего мою версию не попробовать? У тебя же уже есть повод вернуться. Майор тебе не звонит, на твои звонки тоже не отвечает. Может, они с этим хромым уже не договорились, и тот уже его убил. Картину найдешь? И век пошлины не брать. Поехали, я тебе покажу. Мне если по башке не треснули, я бы ее уже нашел. Ладно, давай проведем следственный эксперимент. Только ты свои слова про майора держи при себе, понял? Ну что, я лох, что ли? Я ж свой. Поехали. Поехали. Ты на гражданке из наших потом никого не встречал? Вот и я. Костя, нам здесь сидеть нельзя. Я эту сволочь очень хорошо знаю. Он оставит нас с носом. Я тебе давно говорил, пустить на суп этого барана. Вот где он сейчас? Ну, конечно, в доме. Здесь же он не живет. Так что мы делаем-то? Так что мы делаем-то? Мы едем сейчас туда. И пока этот гад не отдаст нам половину, мы оттуда не уходим. Какую половину? Все забрать. Все. Ну, а как тебя сюда-то занесло? Чё это? Кулаковские векселя? Так ты обманутый дольщик, что ли?
Ну, Старлей, поздравляю. Как же ты на эту хрень клюнул? Это же лохотрон для бабушек. Суд был. Толку никакого, деньги не вернули. Квартиру не получил. Шестерок, наверное, посадили, а большая рыба ушла. Ты справедливости не дождался и за своими кровными сюда пришел, да? Ну, а я тут вроде при исполнении. Да. Ситуация. Там кто-то есть, бам! Давай, Старлей, по-человечески. Где деньги из сейфа? Ну вот. Более 100 000, как в протоколе. Ладно, Старлей. Ты меня от смерти спас, я тебя от тюрьмы. Я считаю, что мы квиты. Иди, ты свободен. Ну что стоишь? Иди. Да что ж ты так смотришь-то на меня, Старлей? Ну, таких пострадавших, как ты, от Москвы до Владика. Если каждый будет свои деньги грабежом возвращать, ты представляешь, что в стране начнется? Перестройка 2? Ну, считай, что был приказ отступить. Я про тебя никому не скажу. Мы своих не сдаем. Иди, Старлей, иди, иди. А ну, стой! Слышь, Старлей, ты маску-то надень. Ну, чтобы оно, как у нас в протоколе было. Thank you.
Не надо грохота. Машины, я смотрю, ты как раз по-ментовски водишь. По-ментовски, да как? Ну, это чтоб преступника наверняка не догнать. Кому нужна пуля навстречу? Не любишь ты службу. А сам вроде служил родине. Родина меня спросила, когда всю себя разворовать дала. Время было такое, камни разбрасывать. Теперь помоги собрать, сколько сможешь. Я смотрю, ты идейный. Я смотрю, ты тоже. Это ее рук дело, я чувствую. Это стоило ожидать. Конечно. Ты представляешь, она при всех там кричала про квартирные аферы. Плохо. Плохо? Я сам понимаю, что плохо. Только ничего нельзя поделать. Нельзя ее рот закрыть тебе. Почему нельзя? Ну как, ну... Там же милиция, шум, протоколы. Я боюсь, как бы она не вошла с ними в контакт. А ты не бойся. Это мне бояться нужно, что ты долг не вернешь. Ты сейчас туда поедешь и поговоришь с ней. С тобой Витя поедет. Нет, я не поеду. Тогда Витя приедет к тебе. Ты пойми, Андрюша, есть ситуации, когда выход один. Только без меня. Я же у них под микроскопом. Хочешь усраться и не замараться? Стой! Останови машину! Так, давай разворачивай машину, или я пешком пойду. Ты себе представляешь последствия? Что, струсил? Если бы я струсил, я бы не думал о тебе жениться. Костя,
Они все заодно. Кто все? Все. Воры, милиция, охрана. Не паникуй, на месте разберемся. Дядь Вась! Дядь Вась! Дядь Вась! Че ты орешь? Че ты орешь? С бабом покоя не даете. Тут гавкает хоть понятно, что сучку ищет. Дядь Вась, что делать, а? Что делать? Яйца отрезать, да и успокоиться. Я человека убил, дядь Вась. Какого человека? Ну, я пошел на обход, а там двое дом грабят. Я взял пистолет и... Какой пистолет? Ну, твой пистолет. Ух ты, придурок! Кто тебе разрешил брать пистолет? Страшно! Страшно! Пистолет где? Вот он. Положи его на стол. Ой. Дом какой? Тот же самый дом. Тот же самый дом. Так. Ты это... Чего ты решил, что ты его убил? Ты что, его трогал, что ли? Нет, не трогал. Ой. Дом какой? Тот же самый. Тот же самый дом, да. А лежит где? На крыльце лежит. На крыльце лежит. Слушай меня внимательно. Ты пистолета не видел в глаза. Он все равно ворованный. Ничего не слышал, ничего не знаешь. Если кому-нибудь что проболтаешься, то знаешь, что тебя малолетка ждет, а меня строгий режим. Понял? Ну, давай. А ну, давай. Давай, сиди здесь. И никуда. Дай сюда шарф. Чтоб духа твоего не видеть. Ты можешь помедленнее ехать? Медленнее? Куда еще медленнее? Мне сейчас тошнит. Не стошнит. Мозги вышибить тебе не стошнит. Едь помедленнее, ну? Чего здесь сидишь? Иди отсюда! Быстро! Иди, сказал! Эй, не стрелять! Свои! Свои! Ты кто свои? Василий Рыков, начальник охраны. А? Товарищ майор, вы? Я. А то Колька говорит, что воры. Да, правильно говорит, вы Колька. Был вор, сбежал. Говорит, что одна лучше стал... Мужик и в сторону леса побежал. Стрелял вроде. Слышь, Вась, у тебя аптечка есть? Да, конечно, есть. Я сейчас мигом. А? Я мигом. Хороший ты мужик, Василий. Я, товарищ майор. А? Так. Вот. Сейчас. Так. В голову метил. Убить хотел. Слышь, Василий, а что там Колька говорит? Он откуда лыжи взял? Из сугроба выкопал. А что вообще
Твой Колька еще видел. Что еще говорит? Ничего не говорит. Ничего не видел, ничего не слышал. О, давай. Правильный у тебя племянник, правильный. Жаль, преступник уйдет. Да куда же он уйдет? Вы только команду дайте, а мы мигом. У нас квадроциклы есть. А что ж ты молчишь? Что, на ходу? Так полные ж баки. Ну так по коням, Василий. Так я пошел? По коням, да. Ну, что, Старлей? Теперь должок за тобой. Охрана! Почему шлагбаум опять открыт? Алло! Нет никого. Ладно, пойдем. Так а что пешком? Лучше медленно ехать, чем быстро идти. Бензин на нуле. Как он ловко все придумал, сволочь. Нагнал в наш дом наркоманов и сделал вид, что нас ограбили. У него башка варит. Угу. Надо было его опередить. Я думала, по-хорошему разойдемся. Да кто бабло по-хорошему делит? Кто? Давай так, с майором говорю я, а ты молчишь. Понял меня? Понял. Открывай. Ну-ка, погоди. Да, похоже, ты был прав. Стреляли. Есть кто живой? Хочется в это верить. Это тоже плохо. Товарищ майор! Товарищ майор! Может, еще раз позвоним? Что я говорю, у него мобильный телефон не отвечает. Ладно, пойдем через черный вход к сторожам. Погоди, капитан. Слушай. Вот чувствую, картина в доме. Дай осмотреться, а? Смотри. Но помни, жадность порождает бедность. Я не жадный. Я цепкий. Уйти не может. Давай кругами, ищем лыжный след. Ничего, найдем. Мы местные. И осторожно, он вооружен. А я нет. Умеешь пользоваться? Ну, а что там? Только смотри, ты меня ни о чем не просил, я тебе ничего не давал. Понял. Кругами давай. Ага. Есть кто живой? Я живой. Колька. Я капитан Серегин. Где все остальные? Я не знаю. В доме, наверное. В доме, где стреляли? Да, там. Так. Кто стрелял? Я не знаю. Ну, как же не знаешь? А что дрожишь тогда? Ну-ка давай быстро по порядку рассказывай. Кто стрелял? Я не хотел. Я случайно. Я увидел
Вор выходит из дома. Вор? Какой вор? Высокий такой и хромой. В маске? Да, он ее снял потом, но я лица не рассмотрел, темно. А потом второй вышел. Второго рассмотрел? Да, он в меня стрелял. И испугался. Тоже выстрелил он. Там решит он. Я не хотел в него ладно, стрелять. Ладно, сопли подбери. Спокойно, разберемся. Сейчас берешь ручку, бумагу и все пишешь. Понял? Что писать? Что писать? Все писать. Как испугался? Почему испугался? Кого испугался? Почему выстрелил? И главное, где взял оружие? Понял? Понял. Алло, это Серегин. Репин не звонил? Черт. Где же он делся-то, а? Не надо грохота, что ты палишь? Кажись, в сторону дороги ушел. Это он хочет, чтобы мы так с тобой думали. На подъемник? Скорее всего. Хитрый гад! Ничего, мы хитрее. Давай к дороге. А-а-а. Пусть думает, что он нас обманул. А-а-а. Врешь, я цепкий. Что, ваш шлагбаум всегда открыт? Я не знаю. Я тут недавно дядьке помогаю. Свет горит. Что я тебе говорила? Может, это не он. Посиди в машине, я пойду проверю. Что? Я еще буду бояться себе в дом зайти. Ну-ка, пусти-ка. Кто здесь? Андрей. А, здрасте. Мы с товарищем капитаном, знаете? Костя, это вор. Руки. Руки вверх, быстро. Выше! Ты что, мужик, на пол лег? На пол лег, я сказал. Быстро лег на пол! Быстро лег на пол! Не все дограбил, да, гад? Не все дограбил еще! Ты что, уроды! А? Дура ответишь, понял? А, больно же, козел! Еще раз закозлишь, умрешь, понял? Где картина? Да я сам ищу эту картину! Хреново! А зачем тебе моя картина, братан? Вот тебе, пожалуйста, а. Эта тварь уже здесь. Ну и чудненько. Так, подожди. Ты же не собираешься это делать в моем доме? Да ну, что ты. Так, зайдем, поздороваемся. Значит так, хорош пургу гнать. Где товар? Слушай, я тебе отвечаю. Дай мне время, найду. Так, праздник в самом разгаре, да? Вы что тут устроили в моем доме, а? А вот и твой заказчик, ворюга. Чего? Все в сборе. Какой у меня заказчик, вы охренели? Так, вот. Что вы устроили? Костя. На место положи. Дуру убрось. Так, пацаны. Давайте спокойно тему перетрем, потому что много шума будет. Слышь ты, тут не командуй. Ты в моем доме, между прочим. И в моем тоже. На раз, два, три стволы опускаются.
три. Ну, а теперь конкретный вопрос. Только без базара. Где товар? Ты кого спрашиваешь? Ты меня спрашиваешь? Ты своего подельника спроси. Какой ему подельник? Слушай, хочет меня тыкать. Тише будь. Где вся твоя компашка? Я вас всех предупреждаю. Я нахожусь при исполнении. Как ты здесь оказался? Тебя же арестовали. Арестовали? А теперь привезли на следственный эксперимент. Эксперимент — это хорошо. Мы любим эксперименты. Давайте только не будем самодеятельностью заниматься. Дождемся капитана и разберемся. Я меньше, чем с генералами. Ты что делаешь, Серега? Я тебя мучу! Фашист, гад! Какой забор? Как в крематории, помнишь? Вспомнил где-то товар? Вспомни! Найду товар! Вспомни! Найду! Соседи, помогай давай, держи! А я никому задницу! Двигаться. Полиция. А ты... Ты кто? Капитан Серегин. Оружие на стол. Оружие на стол! Какой ты капитан? Ты мусор продажный. Ты с этим заодно. Все утро мне голову морочили. Костик, стреляй в него! Не ори! Лицо вниз! И мне? Ты в первую очередь. Скотина, быдло. Таможня, отползай. Сейчас. Дышать тяжело. Солидно подготовились. Конкретно. Вот точно так же конкретно мне и отвечайте. С какой целью здесь оказались? Я пришла к себе домой. Ко мне домой. К нам домой. А тут снова воры. Да, воры. Моя бывшая жена и сожитель ее. А сам с кем явился? Ты его бандитскую морду видел? Секундочку, дамочка. Полегче. Я вашего мужа официально охраняю. У меня документик есть. От кого ты его охраняешь? Это от тебя, это сожитель. Ну и от вас, собственно говоря. Ладно. Здесь говорить не хотите, поговорим в Бутырке. Что? В Бутырке? Ты с ума сошел? Сами врываются ночью в чужие дома, а нас в Бутырку? Одну минуточку, подождите. А с какой целью вы сюда пришли? Как вас там, товарищ лейтенант, сержант? И где ваше начальство, скажите, пожалуйста? Где мое? Вот это я хотел спросить у вас. А ведь Андрей прав. Какого хрена вы шляетесь по ночам с арестованным вором? А вот и конкретный вопрос. То есть,
ты пришел за тем, что он украл? Нет. Очко, оно ж не железное. Всех не завалишь. Вот с тебя и начнем. Что, и в женщин можете выстрелить? Руку на стол! Возьми вот этого. Если дернется, стреляй. С удовольствием. Товарищ капитан! Товарищ капитан! Товарищ капитан! Там ты Вася звонил. Они с майором вдвоем вора гонят к лыжной базе. Он попросил позвонить им, предупредить, а у меня номера нет. Я могу дать номер. Лежать спокойно. Таможня, ты как? Я цепкий. Подержи их на мушке, пока я не вернусь. За мной. А смысл какой? Мы же можем помочь вам поймать их. Я знаю все дороги к базе. Мобильник есть с собой? Да, есть. Сейчас запишешь телефон дежурной части. Если что, звони туда, понял? Понял. Ну что сидим-то? Уйдут ведь. Лёг. Лёг, как я сказал. Ты там поаккуратнее, на курок не нажми ненароком. Чё ты сейчас сказал? Чё, бык? Говоришь, эксперименты любишь, да? А? Вот так. Сейчас Б будем учить. Так весь алфавит и выучим. Да? Говорит капитан полиции Серегин. Кто бы ни просил подъемник не включать. Хорошо. И будьте предельно осторожны. В районе подъемника вооруженный бандит. Ага. Послушай, Хава, у тебя спички есть? Петя, только что милиция звонила. Говорит, подъемник вообще никому не включать и не выключать. Понял? Вообще никому. Зажигалочка есть? Петя. Петя, никому, пожалуйста, не включай и не выключай. Понял меня? А конфеточка есть? Да надоел ты уже, уйди гуляй вообще. Что случилось? Чтобы вас обоих положить. Так, давайте не будем превращать мой дом в склеп. Это и мой дом тоже. Что захочу, то здесь и сделаю. Юлия, я прошу тебя, ну не надо провоцировать стрельбу. Твой дом, мой дом, какая теперь разница? Нам надо деньги вернуть и картину. Послушайте. Заткнись. Вот эту надо убрать. Оно нам уже не нужно. Не здесь? Согласен. Но решение правильное.
Ты не указывай, понял? Не надо, Костя, поехали лучше к подъемнику. Если они его догонят, картину себе оставят. Тоже толково. Давай так, братан. Кто первый их накроет, тот и хозяин картины идет. Я в лотерею не играю, братан. Я работу работаю. Ну ладно. Значит так. Тихо. Спокойно. Встаем и уходим. Раз, два, три. Три. Юра, стол. Молодец. Тихо. Жаль, я маму не послушала. Ты теперь ни копейки, тварь, не получишь. Юренька, сядь в машину. Заткнись и сядь в машину! Бензин есть? Есть, для квадроциклов. Давай, тащи, тащи! Хорошо. Давай, быстрее! Жми! Жми! Может, он нас убьют или посадят? Делай, что говорю! Убери пушку! Ты что, с ума сошел? Убери пушку! Убери, говорю! Там за поворотом верхняя станция. Ну, так поехали, чего стоим? Не-не, технику оставим здесь, а то спугнем. Спугнуть нельзя. Не надо грохота. Правильно. Вперед. Это Серегин. В данный момент преследую вооруженную группу. Перекройте шоссе на 17-м километре. Усильте посты. Все. Догоняй. Догоняй, давай. Жми, жми! Юля! 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 Thank you.
вот это блефанул. С вами все в порядке? Тебе что, пацан? Ты один пришел? Я с мамом. А где все? За вором погнались. Иди отсюда. Иди, иди. Может вам бинт или еще чего-то? Не надо мне ничего, все у меня есть. Иди, иди. Давай. Иди отсюда. Ладно. Собаку береги свою. Ну ты видишь? Уже кто-то шлагбаум снес. Ну, если ты боишься своей машины, то оставь из-за ограды и пойдем пешком. Да, давай, давай. Откуда ты знаешь, что он машину здесь оставит? Больше нигде. Внизу стоянок нет. Все вверху. О, смотри. А? Да ты прав, Вася. А это молодец, а? Молодец ты какой. Бандюк на такой колымаге ездит. Слушай, давай ты за деревья, а я туда к машине пойду. Ага. Вот, и учти, будем его брать, он стреляет очень хорошо. Откуда знаешь? Служили с ним вместе. Западло. Ладно, когда возьмем, я его на подъемнике вниз пущу. Правда, опасно, сорваться можно. Тихо. По местам. Ты хорошо подумала? Я цепкий. Вау! Ты здесь? Подожди. Видишь это? Валить надо отсюда быстрее. Нет, подожди. Тише. Вау! Я знаю, что ты здесь. Тихо, стоп! Гори! Чё припёрлись? Серегин, высылайте опергруппу на 24-й километр и
Скорую. Хотя нет, скорую не надо. Давайте специалку. Тут 4 трупа. Слышь, Вал, а кто это тебя так разукрасило? А вам-то что? Да ничего, просто жалко тебе стало. Угу. Знаешь что? Ты забирай-ка своего друга и катитесь отсюда. Понятно? Здесь не для мажоров игрушки. Сейчас приедет капитан, всех повяжет. А мы приехали помочь. Чем? Папиными деньгами? Своими мозгами, тупица. Тупица? Опа. Ничего себе. Слышь, Вал, а деньги? Че, совсем, что ли? Деньги раздербанили давно. Кто? Дед Пихто. Слушай, и что ты собираешься с ней делать, а? Ребята, идите домой. Ну да. Картину нужно повесить. Угу. На место. Молодцы. Хорошо бегай, старлей. Что, нога уже не болит? Может, и горло уже не болит, а? Руки! Руки сюда, мне! Руки сюда, мне! Быстро. Так, вот, молодец. Жалко, стрелять ты разучился, старлей. А то завалил бы меня прямо там, возле дома, а? Бери его, Вася. Только вот как-то получается, старлей, не по совести. А? Я ведь к тебе с пониманием. А ты в меня стрелять. Не-не, не спеши, Вась, мы его судить будем. Вот, Вася будет у нас присяжным заседателем. Вот как мне поступить, а? Да грохнуть его и дело с концом. Не-не, не спеши, Вась. Как мне поступить? С одной стороны, этот человек когда-то мне жизнь спас. А с другой стороны, он сегодня пытался меня убить. Грохнуть его, и все. Погоди, успеем его грохнуть. Я, Сталин, понимаю, что ты Кулакову по справедливости пришел со своими деньгами. Понять я тебя могу, старлей. А вот простить-то вряд ли. Держи его, Вася. Репин слушает. Ну, наконец-то. Товарищ майор, это капитан Серегин. Слушаю тебя, Серегин. Ты где? Я сейчас на трассе, 24-й километр. А что ты делаешь на трассе, 24-й километр, капитан Серегин? Трупы собираю. Здесь хозяева дома из Европейского перестреляли друг друга. Как перестреляли? Прям как в кино. Насмерть, что ли? Абсолютно. Ты все-таки ответь мне, как ты оказался на трассе, капитан? Я приказал тебе быть в отделении, ждать моего звонка. Ну так я сидел, ждал. Ну, вас долго не было, я забеспокоился. Поехал за вами в поселок, а там пацан начал стрелять. Кто стрелял? Ну, пацан Колька, племянник начальника охраны. Один, хромой, кстати, этот вор, убежал, а во второго он стрелял. Да он хоть видел, кого стрелял-то? Нет, не видел. В общем, сейчас ко мне сюда едет опергруппа, я их перенаправлю в Европейский. Пускай там соберут отпечатки пальцев, все. Стоп, такое. Капитан, не надо никого никуда отправлять. Теперь все только по моей команде, ты меня понял? Понял. Не надо грохота, дай мне сообразить, ты говоришь... Кулаковы погибли. Оба, и он, и она. Да. Да, вот это они нам закрыли дело-то. В общем, жди меня. Скоро подъеду. Есть.
Вася, надо доставить задержанного в целости и сохранности. Сможешь? В отделение сделаем. Давай. Только вот забей мне свой телефончик на всякий случай. На. Вот так вот, Старлей, будет и по совести, и по справедливости. Давай, веди его, Вася, веди. Вставай. Пошел. Не вздумай трепыхаться. Если что, сразу стрелять буду. Давай. А ну-ка, стой! Шалва! Кто это? Свои, Василий из Европы. Ой, Вася, войми. Эй, ты кто? Ничего, не видишь, что ли? Серый волк. Какой страшный зверь. Ты что же, Василий, за ним из поселка бежал, что ли? Слышь, Шалва, а мне бы вниз надо. Включи подъемник. Вася, честно, только что милиция звонил. Говорит, никому этот подъемник не включай. Честно. Шалва, я тебе на бутылку дам. Ты, Вася, слышишь? Я не против. У меня регистрации нету вообще. А милиция звонил, говорит, никому не включай. Ну не могу я. Говорит, никому не делай. Не могу. Брат, прости, не могу. Ну ладно, Шалва. Ты еще об этом пожалеешь, падла. Давай. Какой страшный. Давай. Пошли. Валер, ты нас извини, но мы никуда не поедем. Очень жаль. А вот скажи честно, если б не мы, ты бы украл Вазовского, да? Не украл, а изъял. У вора. Ничего, ему тоже не обломится. Кому? Да тому, кто ее сюда спрятал. Значит так. Если полные штаны не наделаете, можем с вами поиграть в прятки. Свидетели всегда нужны. Не хочу я быть свидетелем, тогда совсем, что ли? Возьмем майора на горячем. М? Ты думаешь, это он? Я не думаю, я теперь в этом уверен. А ты думаешь, что он здесь остался и капитана молодого слил? А? Давайте просто позвоним в полицию. Ага. Чтоб они нам еще парочку вот таких майоров прислали, да? Вот это ты неправильно сделал, капитан, что приехал сюда без моего приказа. Так мне таможня пообещал найти все украденное. Он сказал, что все в доме. И что? Нашли? Так вот эти же не дали, они пытали его там или что? А что это у вас такое? Вы ранены, что ли? Да за дело, малек. Как я понял по твоим словам, это же в меня племянник начальника охраны стрелял. Ну, этот пацан. Я выскочил из дома грабителя задержать. А он пальнул, наверное, с перепугу, что ли. Слушай, ну давай, поехали отсюда. Они тут без нас разгребутся. У меня бензин на нуле в машине. Лейтенант! Давай ключи. Я. Заправите наш бобик и пригоните машину в поселок Европейский. Есть. Садись давай за руль. В валенках неудобно.
Так что, нашел там что-нибудь, таможня или нет? Да найдет, куда он денется. Он там весь дом, наверное, перевернул уже. Первый рабочий день, капитан. Уже второй. Ничего, устал. Такой цирк у нас не каждый день бывает. Но бывает, как видишь. Чего такое многозначительное молчание? А? Что такое? Крови боишься, спецназ? Да нет, крови я не боюсь. Боюсь ошибиться. Ну, этого все боятся. А ты не дрейфь, Серегин. Мы тебе поможем. Ты же у нас еще генералом будешь. Вот увидишь. Ты только не беги впереди паровоза. Паровоз — это я. Ну, и не надо грохота. Это приказ? Это совет. Я приказываю, когда положено. А? Так люблю дать человеку добрый совет. Да ответь же ты. Охрана Вася. Почему ты уверен, что майор вернется? Нюхом чую. Даш, может, хватит? Поехали отсюда. Ты, если хочешь, поехали с нами. Оставить все это этим тварям хозяевам жизни на блюдечке с голубой каемочкой? Нет. Что? Что ты предлагаешь? Ну, мне кабанчика. Дашке? Лисичку? Ну, тебе... Медведя. Нет, тебе вот зайку. Посмотрим, чем это кончится. Нас в порошок сотрут. Даш, они повязаны, ты понимаешь? Все повязаны. Кош, да кто они? Они — это мы, и нам здесь жить, и все это расклеивать. Да нет, вы можете улететь в Лондон, никаких проблем. Ты же тоже хозяйка жизни. Да я уже живу там, где хочу. В Москве. И на ужин подадут зайчатину с кровью. Короче, спрячься на кухне. Я надеюсь, вы машину не под окнами бросили? Не под окнами. Ну. Петя! Петя! Что надо, урёк? Петя! О! Петя, ты знаешь, что там Вася волка на подъемнике оставил? На, смотри сам. Ты когда нажраться успел? Халва? Ну и шутки у тебя. Во-первых, не шутки это вообще. А во-вторых, не халва. Меня зовут Шальва. Понял меня?
что будем делать, капитан? В смысле? Показания мальчишки, охранника, где? Что здесь? Петя, а ну-ка беги за ножовкой. Пилить будем, Петя, беги! Он мертвый! Петя, быстро! Ну так он толком-то ничего и не видел. Протокол не по форме. Неправильный протокол. Ну и толку-то? Охранник-то все равно все видел. Он же вам помощь оказывал. Он-то понимает, что произошло. Да и у таможни своя версия имеется. Ну, таможня парень продажный, а у начальника охраны есть свой резон помалкивать. И у тебя, капитан Серегин, у тебя вот такой вот резон будет. Ты вообще везунчик. Первый день такой куш отхватил. И все как в сказке. Да? Хозяева в морге. Свидетелей нету. Вася! Вася! Слышишь? Ой, Петя. Да. Мне кажется, Васе очень плохо. Ты давай беги скорую вызывай. Быстро только, Вася. Да-да-да, сейчас. Вася! Сейчас. Вот. Вот 50 тысяч. Это тебе. Что, а продадим картину, получишь еще 300 или 400. И не надо грохота. Вот это вариант номер один. Справедливый. А вариант номер два? А вариант номер два? Ну, ты сдаешь деньги, картину, а тебе выносят благодарность. За безупречное исполнение служебных обязанностей. Дают бутылку водки, пива и буфетчицу Нюру. Еще варианты есть? Нет. А ты думал, я что, все сам себе, что ли, заберу? Хотя, если откажешься, могу и забрать. А кто тебе поверит, Серегин? У меня, между прочим, 25 лет безупречной службы. И нищенская пенсия впереди. Как и у тебя, между прочим. Трудно жить честно, капитан. Ты запомни это. Где картина? В доме под диваном. Иди, забирай. Не оставим же мы здесь картину за $1 000 000. Только ты быстро. Машину не глуши.
Таможня? Это капитан, ты здесь? Здесь. Нашел картину? Нашел. А где была? Под диваном? Под диваном? Откуда знаешь? Майор сказал. Понятно. Давай, неси ее сюда. Просил сидеть на кухне, не высовываться. Так стреляли же. Стреляли. Там вообще ж война была. Слышь ты, вояка ты хренов! Достал ты меня уже! Так! Так, ты хочешь здесь быть, да? Хочешь здесь быть, да? Хоть! Сидите здесь! А вы что здесь делаете? Ты цел? Нормально. Я им говорил, чтобы домой валили. Повесь на место. Ладно. Раз уж здесь, идемте. Куда? Будете понятыми. Я говорил. Смотри, Колька, что у майора деньги в кармане. Это вещдоки. Я видел. Он хотел вас убить. А это не факт. Ошибся, товарищ майор. Просто ошибся. А из-за одной ошибки службу марать нельзя. Ты знаешь, не пиши о нем плохо в протоколе. Понял меня? Понял. Только... почему он хотел вас того? Трудно жить честно. Это он так говорил. О, защитник. Ах ты. Собачья у нас с тобой работа.
Ладно, забирай собаку и идите отсюда. Пап, ко мне. Так, теперь с вами. Пишите. Обнаружены деньги. Суммой 110 тысяч долларов. Записали? Теперь подпишите. А скажите, пожалуйста, а кто майора убил? Не знаю, но я его ранил. Можете быть свободны. Если надо, я вас вызову. Вы меня подождите там. Капитан. Бабки-то немалые. Кровью добытые. Опять в камеру захотел? Ну ты... Смотри, не забудь ко мне завтра приехать. Протокол надо закончить. Ладно. Капитан, подпишите вот здесь, пожалуйста. Вот. Спасибо. О, у вас тут весело. А где майор? Вот майор. Что с ним? Ты что, не видишь? Знаешь, не надо грохать. Спасибо, езжайте. Есть. По коням. Ну что, Валерий Николаевич, куда вас, к дому? Это что-то новенькое, Игорь. Петрович. Петрович. Ну, если вас так не затруднит, будьте любезны, до ближайшего метро. Как скажете. Благодарю. А впрочем, знаете, останови машину. Не дури еще километров 20. Останови, останови. Не валяй, дурака. Давай. Спасибо. Не по пути нам с вами, ребятушки. У вас-то все дорожки, вон, протоптаны и посыпаны. А мне свою мозгами надо прокладывать. Так что извиняйте, если что не так. Ты не девушка, а сплошное приключение. А ты мечтаешь сидеть дома у телевизора в домашних тапочках, да?
если доживу,